Всем здарова, ребятки, у микрофона, как всегда, Сёмаплы, я продолжаю играть в игрушку Зомбатрон Reboot. И я вот не могу понять, почему я такой анскилл в этой игре, и у меня на одну звезду, ну да ладно. Это не так важно. Важно, что я прошел все. Окей, кто впервые на канале, конечно же, подписывайтесь на канал, видосы у меня каждый день, ребятки. Прожимайте лайкосик, если вам игрушка понравилась, если вы играли, как вам она зашла, насколько вы скилловые, напишите в комментах. Если кушаете, приятного просмотра, аппетита, и погнали. Остановились точно там же, где были. Так, смотри, у меня есть УЗИ, а у меня есть... А, то есть ему без разницы. Окей, вы это не видели, друзья. Вы это не видели. Господи. Просто перемотните. Ух, нихера, тут еще сверху, а там вроде внизу же еще было. Стоп, подожди. Или я правильно пошел? Я помню, что... Смотри, вот. Это что за хрень? Ни хрена себе. Стоп, 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 стоп. Прожмите лайкосик за такое. Помповое ружье. А, ни хрена себе. УЗИ, так у меня УЗИ есть. Патроны для легких автоматов. У меня легкий автомат УЗИ есть. Слушай, это ружье, оно лучше или нет? Я просто не знаю. Но оно выглядит лучше. Это помповик, а это просто двухстволка. Берем. Просто великолепно. Ладно. Все, у меня больше ни на что не хватает. Так, все, да. Вообще, снизу я приехал, и тут я залутал. Я же помню, что-то было. Все, теперь погнали херачить этих тварей. Зомбаков, сейчас отсюда кто-то выйдет. Нет, не выйдет. В смысле? Для чего вот эти ящики, я не понимаю. Так, я вижу этих уродов. А, серьезно? Давай, ломай, ломай быстрее. Серьезно? Куда они пошли, я не понял. Почему у них гранаты нету? Хорошо. Так, эта тварь отлетела. Пойдем сходим за теми. Блин. Может, их убьет вот это?
Найс. Только как я туда спущусь, непонятно. Стоп, подожди, я жестко туплю, я же смогу отсюда выбраться. Серьезно? А что мне делать? Я отсюда выбраться не могу, друзья. Уж есть какой-то баг. Блин, я не могу. Но он чуть-чуть не допрыгивает. Серьезно. Что делать? Давай переиграем. Понятно. Серьезно, мне не хватает на дробовик. Тишка есть, пойдем. Патроны для легких автоматов. У меня типа магазин лучше будет, больше или что? Я так и не пойму. Три патрона надо им, ни хрена себе. Многовато. Как? Стоп. Я, кажется, понял вроде, да? Или стоп. Если получается, мы лифт вызываем. Вот этот ящик сюда убираем. Вот сюда. Лифт поднимаем. Ящик сюда. Вниз скидываем. Вот. И... В принципе, да. Мы идем наверх. Ну и все, да. Мясник устранить 200 зомби. Окей. Погнали. Стоп, у меня... А, у меня все, это последний.
Двойной в голову. Отлично. Так, ну что, все получается, да? Нормально. Все, погнали наверх. Трошки. Просто промолчу. Мой скилл игры это просто. Ладно. Так, 7 УЗИ, 27. На помповом. На помповом. Окей, погнали. Ни хрена себе он передергивает. Для легких автоматов, куда мне? Помповое ружье, ну так у меня и так помповое ружье. Точно такое же. В смысле? Я не пойму, почему он не убивался, это я впритык стрелял в него. Ладно, конечно, логика в этой игре. Бам. Бам, офигенчик. Так, назад возвращаемся. Тихо, 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 тихо. Так, ну это комбо, это отлично. Собираем что-то. Патроны на УЗИху. А, я понял. А почему? Серьезно? Я не понимаю. Тут четко стоит для ящика показано. И он не может запрыгнуть.
Я понял. Как он не запрыгивает? Пиздец. Логика игры — это пиздец просто. Да, точно, ты ж впритык-то не убиваешь. Гениальная просто физика. Хотя бы сюда запрыгивает. Немного патронов. Так, ладно, прошли кое-как. Погнали следующий. Зомби это люди, а люди это зомби. Отличная философия. Итого, друзья, у нас уже пятый уровень. Так, что у нас здесь? Сюда можно запрыгнуть? Да, можно. Эй, чувак. Давай. Нормально. Ой, там прям хорошо взорвалось. Слушай, хорошо. Хорошо на УЗИхе нафармили. На УЗИху патронов нафармили. Нормально. Стоп. А что это? Не-не-не, я лучше УЗИху оставлю. Я не знаю, что это за хрень. Лучше УЗИ оставить. Ой, это пиздец, конечно. Но там я ничего не вижу. Отлично.
Так, лутецкий лутаем, все. Серьезно, я на рандоме просто стрелял. Так, это что, патрон для легких автоматов? Сюда. Безымянная пушка. Я бы, наверное, давай купим ее. Но я не знаю, насколько она будет хорошая. Блин, я не знаю, оставлять дробовик или нет. Давай возьмем дробовик лучше. Есть пушка типа калашика. Или это и есть калашик, не знаю. Все, погнали. Так, ну а куда дальше-то идти? Я что-то пропустил. Не здесь конец уровня? А, так тут. Опа. Найс. Не получилось. А, вниз можно спокойно спуститься. Тогда это хорошо. Погнали. Так, окей. Что за бред? 25 минут, уровни какие-то долгие. Тут только сейв поинт, серьезно? Ладно, давай с дробашом побегаем пока. Возьмем дробаш. И вниз тогда спустимся.
Ладно, я понял. Там next level будет. Все, друзья, тогда предлагаю на этом... В смысле уровень пятый? Я ж уровень пятый только что прошел. Короче, ладно, я не понимаю прикола этой игры. Да, прохожу его вне серии, друзья, вне записи. Вот. И уже на том месте остановимся. Вот. И будем шестого начинать дальше проходить. Вот. Сегодня я заканчиваю. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал впервые. Прижимайте лайкосик. Пишите комментарии. Вот. И всем удачи, друзья. И всем пока-пока. С вами был Сёма, как всегда. Всем покусики.